Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 4. Урок 5. Выполни действие. 1 умножить на 6 равно 6. 6 умножить на 0 равно 0. 6 разделить на 6 равно 1. 0 разделить на 6 равно 0. 20 минус 42 деленное на 6. 20 минус 7 равно 13. 45 разделить на 9 будет 5. Прибавим 18 и получим 23. 8 умножить на 6 будет 48. Отнимем 15, получим 33. 17 прибавить 9, потому что 54 делить на 6 будет 9. Получится 26. 48 разделить на 6 будет 8. 6 умножить на 7 – 42. 8 плюс 42 равно 50. 5 умножить на 8 будет 40. 40 минус 6 равно 34. 6 умножить на 5 будет 30, а 3 умножить на 3 будет 9. 30 плюс 9 будет 39. 6 на 9 – 54. Минус 6, потому что 36 на 6 будет 6. Ответ – 48. Возникли вопросы? Комментарии видео.